Даже будучи взрослым, они заставляют нас прослезиться. Добро пожаловать на WatchMojo Россия, и сегодня мы представим топ-10 самых печальных смертей в мультфильмах Disney. Прежде чем начать, хотим напомнить, что мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещения о наших новых видео. В этом списке мы расскажем о самых душераздирающих сценах смерти в анимационных фильмах Disney и Pixar. Мы не рассматривали персонажей, которые умерли только чтобы быстро вернуться к жизни. Номер 10. Ситка. Братец Медвежонок. I said, the eagle of guidance? What does that mean? But now that I'm older, I know it's about being a leader and keeping an eye on you too. Возможно, это не один из самых любимых фильмов Дисней, но это не значит, что он не может нанести эмоциональный удар. Кенай, Денахи и Ситка — три брата, живущие в мире постледникового периода. Они должны много трудиться, чтобы выжить. Never try to milk a caribou. В начале мультфильма братья охотятся на медведя, который крадет их еду. Во время последовавшего боя Ситка отдает свою жизнь, чтобы защитить своих братьев. Ситка. Только тот факт, что дух Ситхи живет в братце-медвежонке, делает эту смерть более или менее сносной. Номер 9. Кирчак. Тарзан. В начале Тарзана персонаж Кирчак на самом деле является скорее антагонистом, нежели кем-то еще. Ему не нравится Тарзан, как его товарищу Кале, и он не хочет проявлять свое уважение. It's not our kind. No. You have to take it back. До самого конца между этими двумя продолжается конфликт. You can't learn to be one of us. Because you never give him a chance. Give him a chance? Кала, look at him. He will never be one of us. Но когда Клейтон убивает Кирчака, становится ясно, что он и Тарзан всегда были семьей. В последнюю минуту он называет Тарзана своим сыном и королем горилл. Take care of them. My son. Вытри слезы. Дальше только хуже. Номер 8. Тала, Моана. When I die... I'm going to come back as one of these. Or I chose the wrong tattoo. Бабушка Моана — одна из самых важных людей в ее жизни, и она вдохновляет свою внучку в начале фильма. Вскоре становится ясно, что бабушка Тала очень больна. И несмотря на то, что жители деревни стараются изо всех сил, они, похоже, не спасут ее. I can't believe you. There is no way you could go that I won't be with you. Несмотря на то, что эта смерть не происходит на экране, она все же вызывает очень много эмоций. Как и Ситка, Тала продолжает присутствовать на протяжении всего фильма, поскольку ее душа принимает другую форму. I know a girl from an island. She stands apart from the crowd. She loves the sea and her people. She makes her whole family proud. Номер 7. Коралл. В поисках Немо. You're gonna wake the kids. Эта сцена недооценена и является одной из самых мрачных среди всех сцен фильмов Дисней. I like Nemo. Nemo? Well, we'll name one Nemo, but I'd like most of them to be Marlin Jr. Just think, in a couple of days, we're gonna be parents. Рыба-клоун Марлин и Коралл плавают по своему рифу, когда внезапно возникает опасность в виде барракуды. Коралл пытается защитить свои икринки, а не спасти собственную жизнь. В конечном итоге ее нерожденных детей ждет мрачный конец, кроме одной икринки. Это вступление показывает, насколько Немо важен для своего отца, как единственная икринка, пережившая атаку. I promise, I will never let anything happen to you. Nemo. Довольно мрачно для семейного фильма. Номер 6. Тадаши Хамада. Город героев. Thanks for not giving up on me. Это более современный анимационный фильм Дисней, и более взрослые фанаты могут быть незнакомы с историей города героев. Хиро и Тадаши Хамада потеряли обоих родителей, когда были маленькими. Oh, what would mom and dad say? I don't know. They're gone. They died when I was three, remember? Момент, который делает все еще более опустошительным, наступает, когда Тадаши, старший из двух братьев, внезапно погибает, врываясь в горящее здание, чтобы спасти своего наставника, профессора Каллагана. Someone has to help. Хотя его смерть внезапная и шокирующая, еще более душераздирающая сцена, когда Бэймакс позже показывает Хиро кадры с Тадаши, пытаясь подбодрить его. Oh, man. Wait till my brother sees you. You're gonna help so many people, buddy. So many. Номер 5. Бинго-бонго. Головоломка. Любого, кто испытывает ностальгию по чудесам детства, наверняка затронет эта сцена из головоломки. We were best friends. Yeah.
Учитывая, что Бинго-Бонго всего лишь плод воображения Райли, это действительно говорит о том, насколько ужасно грустна эта сцена, поскольку она находится так высоко в нашем списке. Бинго-Бонго должен пожертвовать собой, оставаясь на пропасти забвения, в конечном итоге исчезая с головы Райли навсегда. Последние слова Бинго-Бонго радости были обязательно «свози ее на Луну вместо меня». И мы не можем смотреть на эту сцену, не задыхаясь от слез. Take her to the moon for me. Okay? Номер 4. Рэй. Принцесса и лягушка. Есть причина, по которой Дисней почти никогда не убивает животных друзей в своих анимационных фильмах. Просто на это слишком трудно смотреть. Рэй – странный, но романтичный светлячок, который помогает Тиане и принцу Навину с их счастливым будущим. Сцена, в которой его раздавил доктор Фасилье, является одновременно шокирующей и абсолютно опустошающей. Вы думаете, что этот крепкий маленький жук сейчас справится, но, к сожалению, этого не происходит. Эванжелин... Like that too. Его похороны, возможно, еще хуже, но, по крайней мере, он наконец-то оказывается со своей единственной настоящей любовью. Номер 3. Мама Бэмби. 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 Quick! The thicket! Дисней определенно не боится убивать родителей главного героя. И Бэмби 42-го года может быть первопроходцем. Весь сюжет фильма основан на смерти мамы Бэмби, которая происходит в начале истории. Возможно, вы помните, как грустно было за этим наблюдать, будучи ребенком, еще не привыкшим к суровой жизни. Эта смерть происходит за кадром, так что действительно ужасен не сам момент, а скорее реакция Бэмби, когда он понимает, что его мамы позади уже нет. Your mother can't be with you anymore. Номер 2. Муфаса. Король Лев. We're pals, right? Right. And we'll always be together, right? Вы знали, что этот момент настанет? Что самое худшее в этой сцене смерти? Это Муфаса, отчаянно пытающийся спасти Симбу? Это взгляд Муфасы, который он видит, как его собственный брат бросает его на смерть? Long live the king. Это Симба, который пытается разбудить своего отца после того, как тот упал, и он ползает под его лапой? Или это шрам, который заставляет Симбу поверить, что смерть его отца была на самом деле его виной? But the king is dead. And if it weren't for you, he'd still be alive. Все эти моменты объединяются, создавая сцену, которую мы помним с детства. И смотреть ее сегодня так же тяжело. Номер 1. Элли. Вверх. Если вы видели трейлеры «Вверх», то до того, как он вышел в 2009 году, вы, вероятно, пошли в театр в ожидании причудливого мультфильма с ворчливым стариком, надоедливым ребенком и милой собакой. Поэтому, когда этот фильм начался одним из самых душераздирающих монтажей за всю историю кино, вы, возможно, не были готовы эмоционально. Меланхоличная история любви Карла и Элли, последующая смерть Элли, то, на что взрослым тяжело смотреть даже больше, чем детям. Поэтому мы поймем, если при повторном просмотре вы перемотаете этот момент. Согласен с нашим выбором? От каких смертей в мультфильмах Дисней у тебя текли слезы? Напиши мне в комментариях. Смотри другие интересные видео «Ночь Моджо Россия» и подписывайся на канал, чтобы смотреть новые ролики каждый день.